горячее. Вот здесь вот, смотри, вот здесь не очень, вот здесь горячее. Здесь еще не горячее, слушай. Классно. А? Горячее? Да, она там горячее, она где-то горячее, где-то холодное. А? Горячее. Может быть, это связано с войной? Мы всю жизнь, когда нормально жили, когда была война. Горячее, горячее, горячее. Холодно, плёхо. А зачем её трогать-то? Она не её трогает. А зачем я её трогаю? Это называется термография. Ну, такой аналог как бы биографии, только здесь не в хронологическом порядке располагаются даты, а по значимости. То есть по левую сторону самые яркие события его жизни, они теплые либо горячие. И чем правее, тем они холоднее. Соответственно, все заканчивается смертью, самый холодный отрезок этой стены. Максима Горького. Здесь все, в принципе, вот на этом отрезке посвящено ему. Ай. Подожди, погрейся, я замерзла. Вот самый горячий год, когда Горький познакомился с Лениным. Чем? По-моему. Это был самый горячий. Так, вот здесь 89-й. Александр III убили, так вам насколько? 21-й, да, вовремя. А, в 1901 году у него умерла дочь. У него маленькая дочь в 1901 году, она на Бугровском хоронила. Мама, ты чё? А что это? Вот что-то было там.